Служба в органах внутренних дел для полковника милиции Виктора Сыромолота началась в далеком 1990 году в отделе по охране Минского метрополитена. Затем 3,5 года он был участковым инспектором милиции в московском районе столицы. А потом офицер связал свою судьбу с уголовным розыском, которому посвятил более 17 лет. Долгие годы тяжелой кропотливой работы, бессонные ночи, напряжение и постоянное стремление к самосовершенствованию выковали из Виктора Васильевича грамотного и ответственного офицера, принципиального и требовательного к себе и окружающим руководителя, надежного товарища. Подполковник милиции Андрей Соколов начинал службу в 1990 году милиционером-водителем в живописном городе Браслове на Витебщине. Затем в транспортной милиции Гродно охранял грузы, а после в уголовном розыске занимался раскрытием имущественных преступлений. И сегодня, будучи заместителем начальника уголовного розыска области, Андрей Павлович стоит на страже имущественных интересов граждан и государства. Благодаря его опыту и хорошим организаторским способностям, на протяжении последних лет в регионе успешно раскрывается немало резонансных разбоев и краж. Подполковник Сергей Костюкевич и капитан Денис Славинский занимаются одним делом – противостоят экономическим преступлениям в сфере строительства и ЖКХ. Только старший офицер милиции раскрывает хитрые схемы хищения стройматериалов и приписок в столице, а его коллега выводит на чистую воду злоумышленников на Витебщине. У Сергея Костюкевича за спиной без малого 13 лет службы в БЭП. Трудовой стаж Дениса Славинского вдвое меньше, но это не мешает ему иметь высокие результаты. За прошлый год обоими офицерами выявлено свыше 20 тяжких и особо тяжких экономических преступлений. Задержаны десятки подозреваемых. Предотвращено нанесение ущерба государству на миллиарды рублей. Сотни миллионов похищенных средств возвращены в казну. Майор милиции Александр Хованский 11 лет возглавляет экспертно-криминалистическое отделение Слуцкого РОВД и является одним из лучших его сотрудников. Еще бы, ведь за плечами более 20 лет милицейской службы и допуски на проведение всех видов экспертиз. Только за прошлый год под руководством Александра Вячеславовича выполнено почти 1000 исследований. Им лично раскрыты десятки преступлений от обычных краж до особо тяжких. Старший эксперт Мостовского РУВД Александр Ольховик за текущий год уже провел более 30 экспертиз. Благодаря ему раскрыта целая серия краж из гаражей и дачных домов. Майор Ольховик регулярно проводит теоретические и практические занятия с сотрудниками других служб, помогает им совершенствовать навыки при применении научно-технических средств, криминалистических учетов и методов в борьбе с преступностью.